Грех. Да, скажи, Рома? Грех. Да, Рома? Добрый. Я же забываю сейчас. А тоже красная или че розовая? У меня разноцветная. Разноцветная? Ты покрасила вот как тут показано, вот так вот? Ну, не так само, вот по-своему. А я подумала, дюже сложно, ну, вот эту ровную линию провести. Я мне вот так на коробке, немножко по-другому, по своему стилю. Здорово. А тут хорошо, моя, типа, будет вот фотка. Можно фотку сделать, ага. Я фотку. Там разные варианты. Можно фотографию, можно раскрашивать. Да, Рома, скажи. А давайте Роме попробуем в ручки дать. Ромка, держи, Ромка. Давайте. Оба. Держи, держи, держи. Дай ему две ручки. Две ручки. Раз. Оба. Ой. Это пенопласт. Бери. Да, скажи, Рома? Не может взять. Как мячик, Рома. Ну все, спасибо, здорово. А давайте еще наклеим, может, наклеим. Давайте наклеим, да. Там же много осталось. Вот тут розовенький, наверное, есть. Вот, держи. Зеленый тоже можно. Наклейте, наклейте. Так упаковывай разнокольоровый. Мне тогда будут такие, типа, резинки. Чтобы сердечко робилося, треба робити. И ничего, мне байдуже. А мне не. Сейчас байдуже. Бо я ж таки клеила, я не хотела. Да, Рома? Разговаривай. Рома, рад. Давайте доклеим, идем на вулицу, пока гарна погода. Да, у вас же дождь, зараз як почнеться, це буде капець. Так. Та що ти не клеїш? О, чого?